Меджлис подал жалобу в Европейский суд по правам человека на действия Кремля, который включил представительский орган коренного народа полуострова в список экстремистских организаций и запретил его деятельность. Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал». Он вместе с Европейским центром защиты прав человека и Украинской хельсинской группой представляет интересы крымско-татарского народа в Европейском суде по правам человека. В жалобе указано, что действия Российской Федерации нарушают ряд норм европейского законодательства, которое в частности гарантирует свободу собраний и объединений. Членов Меджлиса преследуют из-за их политической позиции. Мемориал отметил, что задокументированы 18 насильственных исчезновений крымских татар в оккупированном Крыму. Тела нескольких активистов нашли со следами пыток. Расследование не ведется. Напомним, 29 сентября 2016 года Верховный суд Федерации окончательно запретил деятельность Меджлиса на территории Российской Федерации как экстремистской организации.